молебен – особое богослужение, при котором верующие люди просят Господа, Пресвятую Богородицу и святых угодников Божьих о неспослании милости или благодарят Бога за получение благ. Некоторые молебны принадлежат к общественному богослужению и совершаются в храмовые праздники или в особо установленное время. Обычно они соединяются с чином малого освящения воды. Другие совершаются по просьбе отдельных лиц или в бедственных случаях – болезнь, засуха, война. По структуре молебен представляет собой сокращенный вариант утренний.